Тяжко дивитися на все це, дуже тяжко дивитися. Здравствуйте. А вот это все, что осталось. Я хочу призвать всех. Россиян, Казахстан, Узбекистан, турки, весь мир. Боритесь, выходите на акции протеста. Следующие страны будут ваши. Остановите это безумие. Страдаем мы. Развели рядом детскую поликлинику. Дома жилые. В чем виноваты мы? Если завтра вас начнут обстреливать крылатыми ракетами, что будете делать вы? Мы остались без всего. Тяжко дивитися на все це, дуже тяжко дивитися. Ой, вы знаете, я по-русски скажу. Убивать их надо. Просто. Этих русских. Они не дают нам жизни. Они испортили нам всю жизнь. Мы стали жить по-человечески, они не дают нам жить. И я бы вам сказал, я молю Бога за нашу бедную Украину, за то, чтобы мы выдержали и победили. И этого Путина, чтобы уничтожили, свои же русские.